Всех приветствую, продолжаем знакомиться с интересными людьми, актерами, актрисами, их автобиографией. Эмма Имс, американская драматическая сопрано, позже лирическая сопрано, известная красотой своего голоса. Она исполнила главные лирические и лирико-драматические роли в опере и сделала важную карьеру в Нью-Йорке, Лондоне и Париже в течение последнего десятилетия 19 века и первого десятилетия 20 века. Я пользуюсь переводной Википедией. Дочь юриста-международника родилась в Шанхае 13 августа 1865 года. Выросла в Портленде и Бате, американском штате Мэн. Многообещающее качество ее голоса было рано распознано матерью. И в детстве она брала уроки пения. Посещала школу в Бостоне, где училась пению у Клары Мангер, а позже у Чарльза Адамса. Позже брала уроки вокала в Париже очень успешного, но деспотичного преподавателя бельканто, сопрано Матильды Маркези. На момент смерти Маркези в 1913 году в прессе было отмечено, что Имс высоко оценила обучение, которое она получила у этого учителя. Дебютировала в опере «Гунна» Ромео и Джульетта. В течение следующих двух лет она еще много раз исполняла роль Джульетта, добавляя в свой репертуар другие ведущие партии из французской оперы. Согласилась снова спеть в Париже в 1904 году в бенефисном исполнении «Тоски» Пуччини. Но эта постановка была поставлена в зале «Фавар», а не во дворце Гарнье. 9 ноября 1891 года дебютировала в «Метрополитен опера» на гастролях в Чикаго с Чикагским симфоническим оркестр в роли Эльзы Лоенгрини Вагнер. Быстро стала любимицей публики. С успехом выступила в Лондонском королевском оперном театре Ковент-Гарден. Пела там перерывами с 1891 по 1901 год и зарекомендовала себя как настоящая соперница правящей там дивы Ковент-Гардена Нелли Мельба, которую она искренне недолюбила. Пела в Мадриде и в 1990-х годах выполняла выгодные вокальные задания в шикарной опере Монте-Карло в Монако. В 1906 году посетила Сан-Франциско с гастролирующей труппой ведущих певцов. Ей повезло выжить невредимой, когда разрушительное землетрясение и пожар обрушились на город, повредив ее отель. Совершила серию концертных туров по Соединенным Штатам, последний раз выступая с сольными концертами в 1916 году. К тому времени ее голос начал проявлять признаки ухудшения. В период своего рассвета обладала потрясающе красивым, аристократичным и искусно поставленным сопрано. Музыкальные критики иногда упрекали ее в холодности, интерпретации и отчужденной сценической манере. Дважды была замужем. Сначала за светским художником по имени Джулиан Стори, а затем за знаменитым концертным баритоном Эмилио де Гогорца, с которым она записала несколько дуэт. Оба брака закончили разводом. У нее не было детей, но в своей автобиографии она призналась, что однажды на нее оказали давление, заставив пройти определенную медицинскую процедуру в кавычках для прерывания беременности. В 1936 году переехала в Нью-Йорк, где давала уроки вокала. Умерла в 1952 году после продолжительной болезни в возрасте 86 лет. Вот так вкратце из переводной Википедии о американской певице с драматическим сопрано Эмма Имс. Пока-пока, до свидания. Смотрю фотографию.